зарплату, потому что не сразу увидела запись удара ирландца по Абубакару Нурмагомедову. Также появилась информация, что Нурмагомедов может не продлить соглашение с UFC. Напомню, что сейчас ему осталось провести один бой по действующему контракту. Вот что об этом говорит отец Хабиба. Если раньше у нас было 8 плюс 8 в тысячах долларов, то теперь 8 плюс 8 в миллионах. Если нам это предложение отклонят, то мы рассмотрим предложение других организаций, рассказал Абдулманап Нурмагомедов. Также он говорит о поединке с ЖСП в Эмиратах. Его слова: «Я хотел бы, чтобы Хабиб провел бой с Сен-Пьером в Эмиратах. Люди готовят там этот бой, даже не в UFC. Они хотят видеть эти два стиля. Это возможно в будущем», подытожил Абдулманап Нурмагомедов. UFC проведет 1-2 турнира в России в 2019-м. Среди вариантов есть несколько городов-кандидатов, в частности, Санкт-Петербург. А вот Артем Лобов продолжает требовать поединок с Ренатом Майкана на UFC 231. В этот раз Артем сделал серьезное предложение Уайту. «Я все еще здесь и готов драться. Если Дани Уайту нужны еще какие-то причины, то я готов отдать часть своего гонорара нуждающимся детям. Где же братья Фертита, когда они так нужны? Они всегда уважали и вознаграждали настоящих бойцов», написал Лобов в Твиттере. Судя по всему, Уайт не особо заинтересовался, и Майкана так и останется запасным на случай слета кого-то из пары Холлоуэй-Ортега. Напомню, что Лобов ведет серию из 3 поражений единогласными судейскими решениями. В последнем поединке по итогам 3 раундов он уступил Майклу Джонсону. Брайан Ортега хочет супербой с Нурмагомедовым. Уже через считанные дни, в эти выходные, Ортега проведет титульный бой в полулегком весе против чемпиона дивизиона Макса Холлоуэя. Но уже сейчас он думает о суперпоединке. В сопернике Ортега хочет Нурмагомедова. Его слова: «Все грэпплеры думают об этом противостоянии между борьбой и джиу-джитсу. И у меня, и у Хабиба хорошая ударка. Он борец и работает сверху. Я работаю снизу и занимаюсь джиу-джитсу. Во время просмотра боя с Макгрегором я часто ловил себя на мысли, что на месте Конора я бы сделал что-то иначе. Тогда я и понял, что я хочу супербой. Если я доберусь до этого уровня, то этот бой будет на расстоянии вытянутой руки от меня. У меня есть много идей, которые я хочу осуществить. Если я добьюсь успеха, я начну просить это у Даны Уайта», — рассказал Ортега. Пока это все, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокол, чтобы смотреть выпуски первыми, а мы с вами встретимся уже совсем скоро. Пока!